Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ 10 самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном. Десятое место. Ким Тэхён проводит оценку своей собственности. Надо регулярно проверять, иначе что-то непоправимое. К слову говоря, Чонгук тоже грешит этим. Я все еще в культурном шоке с того, как непринужденно Чонгук плюхается на Тэхёна прямо посреди концерта. Девятое место. Это просто факт. Никакое чудо света не способно вызывать такой восторг и восхищение у Чонгука, как его Тэхён, тот, который самый красивый в мире и номер один. Обожаю, когда Чонгук зависает, в принципе. Это такая милота. И очень интересно, что происходит в его голове в это время. Но когда он зависает на Тэхёне, это вообще нереальное что-то. Как будто он переносится в другой мир. Восьмое место. Прикосновение Чонгука. Чонгуку словно надо убедиться, что он реален. Это так мягко. Седьмое место. Даже маленькое проявление любви может совершить большие перемены. Любовь всегда творит чудеса. Не надо бояться ее проявлять. А любовь к Тэгу – это стократное чудодейственное средство. Хочу напомнить о том, как восторженно Чонгук закричал «Вау!», когда Тэхён начал танцевать. Он просто так сильно очарован им, и мы не можем ничего с этим поделать. Чонгук провожает Тэхёна взглядом. Шестое место. То, как Тэхён подошел к Чонгуку, и тот сразу же обнял его. Как хорошо, что они есть друг у друга. И пусть так будет всегда. Это его малыш. На это можно только любоваться. Пятое место. Помните, когда Чонгук буквально забыл, как дышать, когда Тэхён его чмокнул? Какие прекрасные чувства! Это просто что-то неземное. Когда Тэхён все интервью был буквально одержим пирсингом Чонгука и игрался с его сережками.
Немного отвлечемся. Тэхён снялся в рекламном ролике о тренировках второго корпуса. В этом видео Тэхён тренируется в городской боевой стрельбе. Ви, одетый в форму с нашивкой «Военная полиция», привлекает всеобщее внимание своей внешностью и уверенным взглядом. Кроме того, Тэхён умело обращается с огнестрельным оружием и каждый раз попадает в цель, вызывая восхищение. Ничего не может расстроить меня так сильно, как тихо, я тоже хотел спецназ. Чунгук и мягкая поддерживающая улыбка Тэхёна в ответ. А ведь Чунгук тоже очень хотел пойти в спецназ. Представляете, каким с Тэхёном вместе служилось бы? Не могу спокойно смотреть на Чунгука на этой трансляции. Слишком грустно и обидно. И ведь мы могли бы получать вот такой контент от них двоих. Чунгук и Тэхён в форме спецназа, но мир слишком несправедлив. Многие корейские фанаты посещают барбекю-ресторан, где Чунгук обедал с друзьями в начале марта. Фанатка заказала ту же закуску, что и ребята. По словам владельца ресторана, Чунгук с удовольствием играл в бадминтон с друзьями после трапезы. Корейские пользователи сходят с ума от новых фотографий Тэхёна. Пост набрал около 40 тысяч просмотров и почти 1000 комментариев. Вот некоторые из этих комментариев. Спецназ точно победил, когда к ним присоединился Тэхён. Я заплачу любые деньги, чтобы посмотреть на фильм с ним в этой форме. Это просто сумасшествие. Может, ты выпустишься из армии и лучше снимешься в кино? Я слышал, чтобы надеть эту форму, нужно пройти специальные тесты. Он очень крутой. Я не фанат BTS, но это так круто, что с ума сойти. Я думаю, что люди, которые фотографируют его, тоже взволнованы. Я знаю, что ты талантливый певец, но я хочу посмотреть фильм. Ты получишь все актерские награды. Я очень горжусь его службой. Тэхён, оставайся здоровым и не болей. Актер Даллас Лю, играющий в сериале «Аватар. Последний маг воздуха», отметил, что ему нравится музыка Тэхёна. «Мне очень нравится слушать музыку Тэхёна в одиночестве». But I really enjoy like listening to V's music like on my own. Yeah. You just... Помните, как Тэхён ответил фанатке на Weverse? Вопрос: кто-то украл фото? Ответ Тэхёна: все в порядке, мы просто сделаем еще одну вместе, когда поедем в следующий раз. Мы ж верим тебе, Тэхён, и с нетерпением ждем следующей фотки с таким же великолепным ракурсом и расположением. Новое фото Тэхёна для Compose Coffee. Тэхён в настоящее время популярен в арабском твиттере. Арабский пользователь поделился фотографией Тэхёна, которая теперь стала самой популярной среди арабских фанатов, фанатов аниме, а также фанатов кей-поп. Боже, у него такой красивый и притягательный взгляд, что он нужен не боевике или драме. Когда его выпишут? Помните, когда эта девушка показывала Чунгуку, как приготовить напиток, и персонал сказал им, что пора завершить разговор, но Чунгук сказал: «Подождите, это действительно важно». Дал ей закончить и пообещал, что сделает это в своем прямом эфире.
Фото Чингука, фотографирующего Тэхёна, фотографирующего Чингука. Обновление. Чингук украшает пончики. В основе крема шоколад и белый шоколад. Начну с украшения самым ярким кремом. На самом деле это сложнее, чем я думал. Попробую смешать белый и клубничный шоколад. Шоколад, наверное, очень вкусный. Красиво украшу посыпкой. Цвета идеально сочетаются. И посыпается сверху этим. Я думаю, шоколадный лучше всего. Обычно он должен быть влажным, чтобы посыпка прилипала, но он плохо прилипает, это немного неудачно. Я закончил, Арми. Пожалуйста, посмотрите на это. Не перестаю думать о феномене Тэхёна, любви к спойлерам. Тэхён не может ждать 3 года и бросает фото к монохрому. Он также не ждал релиз песни с Юми и вкинул просто целый кусок со своим исполнением, над чем я до сих пор смеюсь. Он в принципе не способен держать что-то в себе, когда хочется этим поделиться со всеми вокруг. Разве это не определяет его натуру? Это нетерпение и нежелание таить отражается в его любовных отношениях. Тэхён не может молчать о том, что, или вернее кто, занимает все его мысли, врос в душу и поселился в сердце. А мы с Чингуком сделали это, а мы были там-то. А вот Чингук сказал так. Чингук. Чингук как личный спойлер Тэхёна к его большим чувствам. У них с Чингуком очень разные характеры и психотипы. Тэхён действительно такой, ему трудно держать в себе, из него прет. А Чингук более закрытый, о личном он почти всегда молчит. Поэтому мне вдвойне странно и обидно, когда от него начинают требовать каких-то доказательств или проявлений любви. Чингук больше про поступки. Хотя Тэхён уверенно не только языком чешет для их отношений. Просто он более открыт миру. Чингук правда про поступки. А еще он человек слова, как нам Джун говорил, и другие с ним согласились. А это говорит о его ответственности. Но многие забывают, что Чингук интроверт. Никогда не станет выносить то, что ему дорого, на всеобщий суд и ликование. А народ требует хлеба и зрелищ, лишь бы языком было что перемолоть. А когда не получает, начинает помои свои изливать. Компания анонсировала мерч к загадочному проекту Monochrome. По словам официальных лиц, Тэхён попадает в цель каждый раз, когда стреляет. Четвертое место. Этот взгляд любви. Просто оставьте меня навсегда под этим видео. Если однажды врачи скажут, что мне осталось жить 5 секунд, то я попрошу показать мне это видео, где Чингук по-собственнически притягивает к себе за талию Тэхёна. Когда Тэхён аккуратно держал Чингука за пиджачок на большом мероприятии. Третье место. Тэхён всегда видит перед собой только Чингука.
знаю, что мне нравится больше. То, как Чимин смиренно принял свою участь, или то, как мило испугался Чонгук. Он будто к жертве крадется. Это так забавно. С двухлетием этого момента. Помните, как Тэхён использовал свой телефон 90% этого эфира и выбросил его в тот момент, когда к ним присоединился Чонгук? Это так легендарно, потому что Тэхён был слишком очевидный. Какая прелесть эти их взаимодействия. Флирт, прикосновение. Тэхён создавал ситуации, чтобы Чонгук к нему подошел. Второе место, когда Чонгук смотрит на Тэхёна вот так. Их взаимодействие – это что-то невероятное и теплое, что встречается очень редко. Еще раз скажу, что очень рада, что они встретились, и мы можем на них смотреть и любоваться ими, а также их история любви. Тот факт, что Чонгук без проблем может поднять Тэхёна и помочь ему размяться. И Тэхёну это определенно нравится. Обожаю этот момент. Когда Чонгук выбрал партнера в качестве самой важной вещи в жизни, и Тэхён кокетливо щелкнул его по подбородку. Первое место. Бам привык к Тэхёну так же, как и к Чонгуку. Тэхён тоже пахнет папой. Тэхён же воспитывал Бама с маленького возраста, поэтому он для Бама второй папа. Тэхён постоянно наблюдал за Бам в этом шоу и переносил контейнер с его едой, играл, тискал и кусал его за ушко. Поворачиваются хвостом собаки обычно только к хозяевам и нюхают их одежду. Бам подходил к Тэхёну и нюхал его одежду, как и одежду Чонгука тоже обнюхивал. Также и Бам сидел, повернувшись хвостом к Тэхёну. Он чувствует защиту возле них. Тэхён с таким влюбленным взглядом смотрит на своих малышей. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!